Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас спецвыпуск, посвященный одному, но весьма важному в истории проекта SkyWay событию. Недавно состоялось открытие нового производственного корпуса закрытого акционерного общества «Струнные технологии». И сегодня мы беседуем об этом с заместителем генерального директора по производству Савиным Алексеем Сергеевичем. Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Добрый день, Михаил. Добрый день, уважаемые зрители. Расскажите, пожалуйста, для чего нужно было открывать этот новый чудесный, замечательный, светлый корпус? Ведь у нас уже есть одно производство. Компания постоянно развивается, очень быстро развивается. И наши производственные помещения, имеющиеся, не могут охватить весь спектр задач, которые наша компания перед собой ставит. Соответственно, это только первый шаг реализации нашего проекта по организации производства. Проект данного помещения был разработан специалистами проектного отдела ЗАО «Струнные технологии», реализован в довольно сжатые для Республики Беларусь сроки. Производственное помещение, которое у нас имелось до этого, в нем была перемешана технология, то есть сварочное производство, рядом механообрабатывающие станки, рядом же практически под одной крышей находилось сборочное производство. С введением данного цеха мы сюда переносим окончательную сборку наших изделий. Соответственно, это позволит нам улучшить качество выпускаемой продукции. Это светлый, чистый корпус, в котором будет непосредственно сборка изделий, а также финишные испытательные стенды. Уже существующий корпус будет задействован для расширения механообработки, что позволит нам уйти от кооперации, удешевить нашу продукцию, ну и не зависеть от качества поставляемых деталей по кооперации. Алексей Сергеевич, а чем это плохо, когда под одной крышей объединены разные виды производства, и там резка металла, и сварка, и сборка? Ну, на самом деле металлообработка, сварка — это процессы с выделением стружки, пыли, грязи. Соответственно, это влияет на специальные процессы в ходе сборки транспортного средства, такие как приклейка стекол, приклейка пластика. Соответственно, данный цех позволяет выделить эту технологию в отдельное помещение. Здесь у нас не будет ни пыли, ни грязи, ни шума. То есть здесь будут стерильные условия, как в операционной камере в больнице? Да, это будет приближено к конвейерам, где собираются автомобили. Здесь, конечно, не конвейер, помещение довольно маленькое, но здесь будет стендовая сборка транспортных средств. Скажите, а какая площадь этого нового производственного цеха компании? Общая площадь здания 2150 квадратных метров. Из них порядка 950 метров – это административно-бытовых помещений и 1200 метров – производственных площадей. Скажите, а когда уже и какие станки сюда будут поставлены? И следующий вопрос, чтобы уже не задерживать вас, когда начнется плановая работа? Там, где мы сейчас стоим. Плановая работа на этих площадях начнется уже со следующей недели. На следующей неделе мы планируем переезд с старого корпуса в новое помещение сборочного участка. Соответственно, оборудование металлообрабатывающее, оно уже законтрактовано, проплачено, и мы ждем поставки данного оборудования. Сюда же мы планируем разместить непосредственно только сборочное оборудование и оборудование, которое будет предназначено для окончательных испытаний изделия перед отправкой на полигон на дальнейшее испытание. И если можно спрогнозировать, хотя вроде бы это вопрос риторический и так понятный, но может быть я ошибаюсь, куда пойдет первая продукция из этого нового производственного цеха закрытого акционерного общества «Струнные технологии»? В Объединенные Арабские Эмираты. Прекрасно. Поздравляю вас с этим знаменательным событием. Ваше хозяйство приросло, это на благо всех нас, партнеров проекта SkyWay. Желаю всяческого успеха, не смею дольше задерживать. Вам надо много работать. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект. И тогда, помнится, как говорил
Михаил Сергеевич, углубить и расширить. Так вот, в вашей жизни все будет расширено, но не на словах, а на деле. Строй SkyWay. Спасай планету!